В Барнауле футбол любят, поэтому играть спортсмены готовы в любую погоду, хотят они этого или нет. Завтра на стадионе «Динамо» болельщики увидят противостояние двух мощных команд краевой столицы. Любительский клуб «Полимер» сойдется с местным «Динамо». И для первых этот матч принципиален. Будет много борьбы, тем более там такое поле. Будет много борьбы, характер покажет. Мы будем отдаваться полностью. Для многих это принципиальная будет игра. Поэтому я думаю, мы можем, в принципе, конкурировать с «Динамо» и, в принципе, с другими командами. Поэтому я думаю, что нормально все будет. Интересен этот поединок еще и тем, что в составе «Полимера» много бывших игроков «Динамо». Вдобавок, любительскому клубу всегда почетно сыграть с профессионалами. Я думаю, это самый, наверное, серьезный такой. Во-первых, профессиональная команда, профессиональный подход, много игроков поигравших, очень много там. И не только в Барнауле, и в первой лиге поигравшие. Так что, я думаю, нас ждет очень такая битва серьезная. На тренировке «Динамо» мы побывать не успели. Команда только возвращается с Новотроицка, там бело-голубые играли матч в первенстве России. Совсем немного времени прийти в себя и снова в бой. Барнаульское дерби состоится уже завтра, 25 октября в 15:00 на стадионе «Динамо». Вход свободный. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.